Проверить ловкость, силу и командный дух участники военно-спортивной игры решили в состязаниях по волейболу. Анастасия Ананченко отмечает, такие соревнования ей по душе. Подала заявку в числе первых и уже с нетерпением ждет следующий этап. Хотелось бы мне, конечно, узнать, какие вот, ну, данные типа перевязок, например, предплечье перевязывать, голову там или как-то руки бинтовать, что-то такое. Для студентов это не просто соревнование. Ребята ведут активную волонтерскую деятельность и здесь же могут обменяться опытом. Мы с родителями плели заготовки, отвозили их в места и там их доплетали до полноценных сетей. Команда волонтеров помогает нашим. На личном примере показала, как можно поддержать бойцов на передовой. Шить одежду или заготовить сухие пайки. В каждом пакетике есть сбалансированные овощи, мясо, специи. Ребята очень по достоинству оценили наши сухие борщи. Еще мы в качестве презента высушиваем лимон, яблоки, фрукты, делаем витаминные чаи. Ребятам мы показываем, как нужно относиться к родине, своим поведением и своим отношениям. Всего участниками военно-спортивной игры стали более сотни студентов. Наши многие выпускники нашего колледжа в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции, и поэтому мы хотим поддержать их и задумали такую игру, которая включает в себя спортивные состязания, состязания по военной подготовке и по медицинской помощи. Ну и развитие, конечно же, в первую очередь патриотизма, командного духа, стремление к единству и поддержка наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Завершающий этап соревнований состоится 15 декабря. Михаил Агарков, Екатерина Илюхина, Анастасия Чиркова. События дня.